Отец на глазах внука застрелил своего сына. Семейная трагедия разыгралась в Норском, в доме, расположенном на проезде Кольцова. Сначала 30-летний сын избил отца за то, что тот потерял ключи от квартиры. В ответ выпивший 53-летний родитель взял охотничье ружье 16-го калибра и выстрелил обидчику в грудь. От ранения мужчина скончался на месте ЧП. Свидетелем расправы стал 7-летний внук. В квартире в тот момент также находилась невестка. Она забрала ребенка и убежала к соседям. Максимальное наказание, которое теперь может светить отцу убийцы, лишение свободы до 15 лет.